Итак, ребят, сейчас объясню вам основу. Все мы видели уже эти доски и понимаем, да, что здесь происходит вся магия. А сейчас объясню, кто на досках расположен и как они называются. У нас есть гифтеры. Это дарители. Они дарят подарки. Те, кто подключается в эту ячейку, они обязаны подарить подарок легенде. В центре у нас идет легенда. Легенда. Он получает подарки от всех дарителей. Потом, далее дарители, у нас идут строители. Строители. Их задача после выхода на строителя, когда заполнились ячейки, обязательно подключить двух партнеров, двух дарителей. После строителя у нас идет гид. Это заместитель легенды. Его задача контролировать работу строителей и помогать им как можно быстрее поставить своих дарителей. Как слева, так и справа. Справа аналогично. Вот, это основа.